Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный роллинг под коллекционера на двух нестандартных аккаунтах, как я их называю, это админские аккаунты, где есть самики, но ничего нету. Вот такие вот аккаунты, обычные, как видите здесь. Просто боль, просто один тритон. Так, сегодня у нас идет такая вот акция, разбиватель есть. Что тут дают? Некрос, грубая сила. Ну, такое себе. И есть вторая акция. Коллекционер героев. Довольно-таки неплохая. Я у себя на основе уже показал, как ролил. Что здесь хорошего? Ну, Тесса, конечно, это неплохо. Скин получаете, камень агментации, циклоп получаете смену. Самое основное, кристаллический эктоплазм. И вы получаете коробку, получаете пятый сет утекания. Это вообще чудесненько. Ну и заворожая, вы получаете сразу пятый сет ремочки, топовые слизни, железная воля и 5к кулаков. Так, ну что, поехали релить. Не будем затягивать. Посмотрим, какой у нас сегодня рандомчик. Так, ну это я понял. Да ты что, меня хотят обучению обучить. Так, ладненько, поехали. По 450. Оп-оп-оп. И сразу душегуб. Отлично. Я забыл, ребята, выключить читы. Варлок. Так. Повелитель бури. Вот так вот. Девственный аккаунт, а уже такие герои, пару тычек, и уже, как видите, топовые герои есть. Так, отлично. Поехали дальше. Фрея, ребята, вот так вот. Не знаю, обязательно поставьте лайк. Если хотите, мы разыграем эти аккаунты. На стриме, видос запишем под видосом. Поставьте просто плюсик и посмотрим, если вы там наберете плюсов нормально, я эти аккаунты разыграю. Вот так вот трахти-бедок делается. Поехали дальше. Посмотрим, сможем ли мы набрать. В принципе, эктоплазмы наберем, думаю. Так. Паладин. Ну все, после Фреи. Шанс читов Атлантикор. Ничего себе. Один из топовых героев. Так, ну давай. Друид. Кто тут батька роллинга? Вот так вот, ребята, ворожай. И аккаунт просто уже превращается в топовый. С 12 силы, 218 силы, он уже имеет ворожая, имеет фрею, имеет повелителя бури, имеет пятый сет ремки, имеет железную волю. Ну, короче, плюсуйте, если вы хотите, чтобы разыграли эти аккаунты. Поехали дальше. Тыковка уже есть, отлично. Фрэнки есть. Так, ну что, дашь еще на 2к что-то? Ну дай. Трах тебе дох, снова зила. Трах тебе дох, наемный убийца. Ну отлично, побежали забирать топовые награды. Так, забрали, забрали и забрали. Вот так вот аккаунт 218 силы, хотел сказать тысяч, но просто 218 силы. Ну, админский аккаунт, как обычно, с подгонами. Вот такие вот награды мы получили сразу же. Идем в алтарь. Так, ну что, открываем Фрею. Открываем повелителя бури. Ранки. Ворожей. Ну, этих всех остальных неохота открывать. Пятый сет ремочки.
Вот, ребята, пятый сет ремки. Так, недостаточно у нас места на складе, отлично. Железную волю. Железную волю, 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 волю. Я уже там забыл даже героев. Ну, тут нету смысла никому ставить. Так, исцеление. Ну, такое себе. Железную волю придержим пока. Тут по героям особо некому ее ставить. Так, ну давайте открываем коробочку. Даже есть одна смена. Оп-оп-оп. Утекание. Ну что? Трах тебе дох, сука. Ну, тоже неплохо. Сразу пятый берс на тыковку. Вот вам на трах тебе дох, Кали. В принципе, неплохо. Я считаю, даже очень отлично. Обязательно плюсуните в комментах. И, если надо, разыграем среди подписчиков этот аккаунт. Так, отлично. Заменить. Вот так вот. Тыковка готова на прокачку. Так, заберем ачивку. В принципе, все. Побежали на второй аккаунт. Будем там сейчас трешивать. Обязательно, ребята, надо дособирать рулеванный парик. Человек в беде. Так, поехали дальше. Так, вот второй наш читерный аккаунт. 559 силы у него уже, к сожалению. Перекачался он. Тут даже есть уже душек. Делаем аналогичную ситуацию. Говорю, ситуацию. Так, давайте немножко места сразу добавим. Вот так, до 30 хотя бы. Ну что, коллекционер, часть 2. Поехали, посмотрим. Может, этот аккаунт тоже будет участвовать в розыгрыше. Трах тебе дох. Трах тебе дох. Трах тебе дох. Трах. Нет, даже трах не помогает. Просто тебе дох. Тебе дох трах. Не, видите. Не канает. Тут надо говорить кукареку. Тоже не помогает. Релинуб. Релев. Андрюша. Вот на Андрюшу триантик нам выпал. Рельнуль. Рели. Не, видите, все, печаль, ребят. Дед Мороз. На 10 казамов. И триант. Ладно, будем ролить по 150. Тактика релинубов. Анубис, приди. Анубис, где ты? Ворожей. Фрея. Имба. Антистрелок. Рино. Действительно, антистрелок. Огнекрыл. Некрос. Вольт. Минотавр. Разруха. Сучка. Крашеная. Не, не хочет, ребят. Вот так вот. Ничего не могу сделать. Поехали. Ебошим по 450. Раз. Два. Череп. Ну, неплохо. Конечно, с предыдущим аккаунтом это полное дерьмище. Да. Огонь просто. Вот это реллинг у нас получился. Ну, хотя бы коробку забрали или нет? Циклопа собрали. Не, коробку тоже собрали. Так. Поехали. Откроем Рину. Так. Череп. Триант. Как-то все печально стало. Аж обидно за Андрюшу. Не помогают его читы. Все-таки трах тебе дох. На первом аккаунте удался. Так, отлично.
Смотрим, что у нас там в алтаре творится. О, дерево с берсом имба. Рина с гневом. Даже слизняк. Топовый. Поехали, открываем коробочку, которую мы не забрали. Так. Ну, сетик никому не нужен. Некуда его даже одеть пока. Нас интересует смена. Смена. Раз, два, три. Нихуя. Трах тебе дох. Берс. Вот так вот, ребят. Может, тут у всех берса, не знаю. Напишите в комменты по данному поводу. Не знаю. У меня я коробку у себя не открывал. Хотя я тоже ее забрал. Ну, в принципе, получилось неплохо. Все, ребят, если вы хотите, чтобы разыграли первый аккаунт, на котором мы выбили, я считаю, охуеннейших героев для силы в 218, плюсуйте под видосом, обязательно ставьте лайк, и если там будет нормально народу, то мы обязательно этот аккаунт разыграем, надеюсь, кому-то он поможет. Все, пишите комменты, подписывайтесь под канал, обязательно ставьте лайки. Всем пока!